Добрый день, дорогие друзья, с вами Серегина Наталья. Сегодня я покажу, как добавлять шрифты для дальнейшей работы в Photoshop. Через спуск выбираем панель управления. У нас открывается вот такое окно. Далее выбираем шрифты. В данном окошечке мы сейчас будем загружать нужные нам шрифты. Для этого я дала вам папочку с новыми подготовленными шрифтами. Мы ее разархивируем. У нас выходит вот такая папка 300 шрифт. Мы эту папку открываем. Здесь есть примеры, можете открыть, посмотреть, как могут выглядеть ваши будущие надписи. Открываем папочку и выделяем полностью все шрифты, которые у нас здесь присутствуют. Их очень много. Далее выделенные шрифты мы просто перемещаем в папку «Шрифты в Windows». Если какой-то шрифт попадает у нас, который есть, отмечаем «Да», «Заменить». Так как здесь я нашла более полный сборник, поэтому многие из старых шрифтов могут попадаться. Проделываем всю эту процедурку. Вы с этим тоже можете столкнуться. Все готово. Как выглядят шрифты, вы можете открыть любой файлик выбранный, посмотреть визуально, нравится он вам или нет. Возьмем, например, шрифт 1912 года. Пожалуйста. Газетный шрифт тех времен. Можете из своей визитки сделать мини-газетку. Или приближенный к каллиграфическому. Все, шрифты загружены, можно продолжать работать.